Добрый вечер. Мы рады. Спасибо. Рады вас приветствовать в этом замечательном клубе. Несмотря на погоду и будний день, мы рады, что вы к нам пришли. И, надеюсь, мы вас не разочаруем. Хотим сегодня сыграть практически всю новую программу. Ну, решили оставить несколько наших известных произведений, будем так говорить, хитов. Композиции, которые я написал за последние полтора-два года, они навеяны моими путешествиями, гастролями по Европе, Америке, России и так далее. Уточнять мы теперь не будем. Первая композиция, которая прозвучит в нашем исполнении, называется «Удивительный город». Thank you.
Следующая композиция в стиле фанк, называется она очень просто «Russian Funk». Thank you.
Сейчас мы сыграем композицию, которая мне лично очень нравится, пока она такая вот свежая, искренняя, как первая любовь. Это восточная композиция с восточным и в то же время испанским, и в то же время среднеевропейским, с налетом такого классицизма. В общем, такой фьюжн здесь получился, потому что эта вещь посвящена такому удивительному явлению, как Альгамбра. Альгамбра — это, как вы знаете, в Гранаде потрясающий комплекс дворцовый с садами, парками и потрясающими зданиями. Описать словами это невозможно, я постарался сделать это в музыке. Итак, композиция «Альгамбра».
Сейчас мы сыграем композицию, которую когда-то очень часто исполняли. Она записана на пластинке Exotic Life. Это было еще 11 лет назад. И что-то решили вспомнить. Мне кажется, это очень актуально сейчас. Музыка в стиле регги. Композиция называется «Коктейль Малибу». Thank you.
Которая называется «Барселона». Это случайное совпадение. Это не музыка Queen. Это наша новая композиция. Руслан для этого специально купил кахон. Ему изготовили по заказу. Не, на самом деле долго ждали, вот привезли из Испании. Что там внутри, никто не знает. Но он удивительным образом звучит как малый барабан, и как тарелки, и как хэт, и как большой барабан. Вы сейчас услышите. Итак, композиция «Барселона».
Вячеслав Горский, клавишные. Спасибо. Давайте сделаем маленький антракт. Итак, начинаем второе отделение с композиции, которую вы, наверное, слышали. Но вот мы решили ее вспомнить, поскольку когда весна неожиданно сменяется зимой, потом опять весна, то опять зима, то такие летние композиции поднимают настроение, тонус и вселяют надежду. Называется она «Сальса летнего вечера». Thank you.
Руслан. Сейчас прозвучит наша композиция, которую мы позавчера вспомнили на репетиции. Чуть вот именно Руслан, он ее обожает и все время вспоминает. Я ее немножко подзабыл, но пришлось вспомнить. Эта композиция была записана в 99 году, она вышла на диске, который называется New Romantic Jazz, новый романтический джаз. Эта пьеса навеяна норвежскими фьордами, она называется «Море и скалы». Thank you.
Спасибо. Сейчас будет совсем новая композиция, которую мы недавно записали на студии для новой пластинки. Это как бы такая зарисовка, скорее даже пейзажная. Называется она «Орегон».
Спасибо. Звучит наша всем вам знакомая композиция, которая называется «Московская самба». Thank you.
Сегодняшнего праздника прозвучит композиция, на которой я лично вырос, на которой вырос мой друг, профессор Алексей Данилин, который приобщил меня вообще к вредной музыке, где есть синкопы, джаз-рок и так далее. Будучи студентом одного из технических вузов, мы с ним познакомились, и он меня снабжал уникальными дисками, которые я в жизни бы вообще просто так и не достал бы никогда и не услышал музыку. Чикаго, Колозиум, Кровь, Пот и Слезы. И после этого я начал эту музыку увлекаться. И так же и сложилось. Потом я попал в Арсенал. Но остальное вы знаете уже, наверное, из прессы. В конце концерта обязательно должна прозвучать эта композиция, которую написал Гэри Брукер, лидер английской группы Purple Harum. Ее исполняли очень многие музыканты, артисты, как певцы, так и инструменталисты. И к тому же она по опросу издания Guinness заняла второе место в 20 веке по количеству исполнений, изданий, аранжировок после песни Yesterday группы Beatles.
Эта музыка называется «The White Shade of Pale», группа Purple Harum. Спасибо огромное. Мы вас любим. Всегда знаете, что мы вас ждем.
и наши сердца распахнуты для вас. Приходите на наши концерты. Мы вас любим. До свидания.